вспомнилась история одна, очень коротко рассказываю, история длинная, про Турцию, все, значит, встречался как-то со своими знакомыми, они говорят, вот сейчас, через полчаса приедет старец Василий отсидел в Турции 2 месяца в тюрьме. Я там начинаю уже заранее уважать этого человека, там, за веру, да, там отсидел, наверное, что-то в тюрьме, в ту старец Василий, изможденный поставил человек, там такой, в клобуке. Приезжает 28 человек, бывший прапорщик ВДВ. Еще очень недавно бывший прапорщик ВДВ. 1,60 м такой. Ну, комок мышц. Старец Василий такой. Я так смотрю на него, инцидент. Ну, садится. Официант говорит, дочь моя, 300 граммов, для начала. И он так и был прав, для начала, он еще 300 съел. Наливает, выпивает, я говорю, старец Василий, а вот турецкая тюрьма, да. Он говорит, да твою мать, и вот твою мать, мы твою мать с пацанами, твою мать, и в Стамбуле, твою мать, и 9 мая, твою мать, ну мы в баре, твою мать, за победу, твою мать, а тут немцы, твою мать, я не твою мать, я говорю, как тащу, твою мать, мотать, твою мать. Я так уменьшаюсь в размерах, значит, грязь и все. И твою мать, полиция, твою мать, я ему как кокарду ногой, как твою мать, а кто ж на что твою мать, полиция, что нельзя твою мать ногой, твою мать. Ну, 2 месяца дали, твою мать, твою мать. Я из-под стола кровку уже говорю, старец Василий, а что вы материтесь-то, как ломовой извозчик, хотя, конечно, он не знает, что это ломовой извозчик, ну, как БТР там, для холостых оборотов. Ответ был гениальный, старец Василий так трехсоточку так на меня так посмотрел под стол. Сын мой, так я-то отмолю. Вот нарочно не придумал. Сказал, я отмолить. И беседа твою мать продолжится, твою мать. Так что вот поход в Турцию, твою мать. Seni fark etmez.